Ребята, всем привет! Вы снова на канале Прищепов ТВ. Вы знаете, я очень люблю интересные танго-видео. Их собираю по всему миру и стараюсь с вами делиться. Вчера я наткнулся на очень интересное видео Норберто Эсбрез. Это аргентинский танго-танцор по прозвищу Эль Пульпо, осьминог по-русски. И получил он это прозвище, потому что придумал свой фирменный стиль пульпиадос. Давайте сейчас мы посмотрим это видео и обсудим в комментариях, что вам нравится, что вам не нравится, и пользовались ли вы этими штучками в своем танце. Возможно, вы что-то покажете, какое-то еще иное видео, которое мы сможем с вами потом обсудить. А сейчас давайте посмотрим это видео. Thank you.